жазда адай күйін орындаған жалпы медицина мектебінің студенттеріне құралған оркестр. Армысыздар аса қадірменді қонақтар, бүгінгі кешіміздің көркі болып отырған Санжар Жаппарласындар бандығы Қазақ ұлттық медицина университетінің жалпы медицина мектебінің бірінші курс студенттері. Қуанышты күн. Себебі бүгін көптен күткен жалпы медицина мектебінің қарсы алу кеші. Добрый вечер, уважаемые гости, студенты школы общей медицины первого курса Казахского национального медицинского университета имени Санжара Джафаровича Асфендьярова. На этом празднике, на самом долгожданном, самом замечательном празднике для посвящения первокурсников в ряды студентов. Сегодня, в этот осенний день, мы приветствуем новое поколение первокурсников. Поздравляем вас с поступлением в школу общей медицины. Все стало так сейчас, как вы хотели. И вот настал он, тот желанный час. Наряды красивые вы надели, цветы и музыка для вас. Остались считанные минуты до начала нашего грандиозного мероприятия. Жалпы медицина мектебі студенті деканаты, және екінші курс студенттері ұйымдастырумен, Қазақ ұлттық медицина университетінің білім алушылар кәсіподағын қолдауымен өткелі жатқан, дәстүрге айналған Welcome to the General Medicine атты қарсы алу кешіне қош келдіңіздер! Ендеше достар, бүгінгі кешімізді ашық деп жариялаймыз! И мы от всей души благодарим всех студентов второго курса и студенческий деканат школы общей медицины. Сіздер үшін бүгінгі кештің ұмытылмасына өтуіне атсалысқан барлық екінші курс студенттермен жалпы медицина мектебінің студенттік деканатына шексіз алғысымызды білдіреміз. Жалпы медицина мектебі. Бұл арманы мен мақсаты бір қаншама студенттерді біріктірген қиын да ұзақ жолдағы басты мектеп. Медицина студенті болу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Да, и вправду, через этот путь могут пройти только люди с огромным терпением, большим спокойствием и те, кто может довести все до конца. Удачного вам пути, первокурсники! Келесі құттықтау сөз кезегі академиялық қызметтер бойынша проректор Байединова Клара жеңісімдағы беріледі. Рахмет. Дорогие студенты, дорогие первокурсники, вообще замечательная традиция, что второй курс организовывает вам такое мероприятие. Это очень-очень отличное мероприятие. Я вас от всей души поздравляю с тем, что вы поступили в Казахский национальный медицинский университет имени Асфендьярова. Потому что этот университет национальный, это университет номер один. И я хочу, чтобы вы знали, что в этом году наш университет подтвердил свое звание, что он самый лучший, первый по итогам рейтинга. Национальный университет занял первое место. Поэтому вы должны гордиться, что вы стали студентами КазНМУ имени Асфендьярова. Я не буду долго говорить, хочу только сказать, что желаю вам достичь тех высот, о которых вы мечтаете, достичь тех целей, которых вы поставили перед собой, а цели у вас обязательно должны быть. Хочу пожелать вам, чтобы вы учились на отлично. Хочу пожелать вам, чтобы вы стали через несколько лет профессионалам по своей выбранной специальности. Хочу пожелать вам, чтобы в
повышали свою квалификацию и в нашей стране, и за рубежом, будучи действительно профессионалом своего дела. От своего лица, от лица администрации, хочу пообещать вам, что мы приложим все усилия, чтобы ваше обучение было качественным, чтобы оно было прозрачным, чтобы оно было объективным. Конечно, в этом нам будет нужна ваша помощь. Хочу пожелать вам от всей души, чтобы вы находили время и для учебы, и для вот таких вот мероприятий. Хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, счастливы, и у вас всегда было хорошее настроение. Удачи вам и Ахжон, чтобы у вас все-все было отлично. Спасибо вам большое за поздравительные слова. Балалах, Ахмандайлым конкурсы жүрделі бірінші орын егері. Республикалық «Мен жастарға сенемін» әңбайқауының жүрделі үшінші орын егері. Университетіміздің бұл-бола Әтімтайғыз әсемді ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар!
жалпы медицина мектебінің бірінші курс студенттері. Салтанатты ант қабылдау рәсімі. Сахнаға бірінші курс студенттерін шақырамыз. Для церемонии торжественного принятия клятвы на сцену приглашаются первокурсники школы общей медицины. Санжар Жаппарұлы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің жалпы медицина студенті бола тұрып, тәртіпті, ақылды, ұқыпты болуға ант етемін. Являюсь студентом школы общей медицины Казахского национального медицинского университета. Клянусь быть дисциплинированным, аккуратным, доброжелательным и честным. Клянусь. Ах, халатты Тазастан! Қоғамдық жұмысқа белсене араласуға, жалпы медицина мектебінің мәртебесін биік ұстауға ант етемін. Содержать свой халат в бескорыстной чистоте, высоко нести честь школы общей медицины. Клянусь. Барлық алған білімді және күш-жігерімді қоғамда талап етілген. Барлық алған білімді және күш-жігерімді адам денсаулығы сақтап жақсартуға. Әртүрлі аурулардың алдын алып емдеуге, қоғамда талап етілген жерлерде адал еңбек етуге ант етемін. Все полученные знания и творческий потенциал направить на здоровье человека, предупреждение, профилактики различных заболеваний, идти туда, где буду больше востребован. Клянусь. Қазақ ұлттық медицина университетінің жалпы медицина студенті алдына отырып, университеттің ар намысын сақтауға, университеттің абыройына нұқсан келтірмеуге ант етемін. Приглашается декан школы общей медицины Шоупаева Гунжан Амангельдиевна. Құрметті біздің бірінші курс студенттері, бүгін бәріміз үшін өте ерекше, өте қуанышты күн. Бүгін қарсы алу кеші 2018. Дорогие первокурсники, дорогие гости нашего мероприятия сегодня, родители, коллеги, приглашенные, я хочу поздравить сегодня с этим особенным днем в жизни школы нашей общей медицины. Но хочу сказать, что сегодня особенными гостями на этом мероприятии являются наши первокурсники. Первокурсники, которых мы ждали традиционно. Первокурсники, за которых мы переживали. И сейчас вот на этой церемонии символического посвящения студенты школы общей медицины мы тоже так же переживаем за вас, как и вы. Сегодня вот Клара Женисовна говорила, спасибо большое проректору нашему по академической деятельности, который непосредственно курирует наш факультет. Спасибо коллегам, которые пришли сегодня. Я хочу сказать, что этот год особенный для первокурсников. Год, который наполнен особыми такими событиями. То есть большинство из вас в этом году закончили школу, выдержали экзамен, выдержали конкурс, поступили в университет, в наш университет. И, конечно, много, я думаю, вы слышали поздравлений, пожеланий, напутствий. Мы присоединяемся ко всем этим пожеланиям. Мы очень гордимся, что каждый год прием в наш университет, первокурсники, они поступают лучшие к нам первокурсники, поступают особенные. И каждый прием мы по-своему любим, потому что каждый прием, он отличается. В каждом приеме есть свое особенное в первокурсниках каждого года. Поэтому я тоже хочу присоединиться ко всем поздравлениям и сказать, что с этого года, с этих дней, вот вы уже месяц проучились, начинается ваш долгий путь на
очень такой непростой дороги вашей жизни, но интересной, счастливой дороги вашей жизни, потому что вы выбрали дело всей своей жизни. То есть вы выбрали самую благородную специальность. Вы, как сейчас говорили, и клялись в том, что вы будете стоять на страже здоровья нашего населения, своих родных, близких, знакомых и просто людей, проживающих здесь, в Казахстане, и вообще по всему миру. Потому что вы знаете, что сейчас мир настолько маленький стал. И, возможно, многие из вас, как, ну, может, не многие, некоторые, как и предыдущие выпускники нашего университета, разъехались по всему миру и работают во всех точках Земли, гордо неся звание выпускника Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. И заканчивая свое выступление, поздравления, я хочу еще раз сказать, что школа общей медицины, это, конечно, не единственная школа в нашем вузе, но школа медицины – это самый первый факультет, который был когда-то открыт в нашем университете и носил название лечебного факультета. Это основной факультет, это главный факультет. И мне хотелось бы сказать так, как говорят наши активисты тоже, General Medicine Forever, и пожелать вам успехов. Коко Мурамет, студенты билеты алуга, бірінші курс студенты, Анварбек Даниярды шақырамыз. Знаете, прежде чем представить вам эту песню, мы хотим у вас спросить с Дастаном. Вы знаете студенческую организацию СДФ? Вообще, по сути, СДФ – это организованность. СДФ – это сплоченность. СДФ, жалпы айтқанда, бұл бір отбасы. Оразбай Шерхан мен Смағұл Қымбатгүлдің орындауында СДФ әнін қабыл алыңыздар. Жүйтейте! Түмінді артып, әппіқтанда, жетелер бізді армандар алға. Жақыным жанба, СДФ қалма, бәк махаббат жүрегіне барда. Ойымыз қанды, нұр апықтанды, СДФ арманымай. Субтитры
қазір, достар, назарларды екран аударларымыз сұраймыз. Арнайы сіздер үшін екінші курс студенттердің дайындаған видеосын бірге тамашалайық. На этом видео запечатлены самые яркие моменты первого курса. Прошу обратить ваше внимание на экран. Когда достали его, то эмблема на него. Ведь мы патриоты своего альма-матера, не так ли? Ира, бізгім силағымыз сіздерге онайын деген ойнамыз. Бізгім таратушыларымыз. Вот они пошли. Будут раздавать вам значки. Каждому студенту первокурснику достанется. Значок с эмблемой нашего университета. Носите его с гордостью, с высоко поднятой головой. Ведь вы учитесь в самом лучшем университете страны. Сибат Султан. Встречайте!
Ребят, давайте сейчас немного расслабимся, потому что мы перешли уже к неофициальной части. Вы знаете, какой часто задаваемый вопрос, именно когда вы поступаете в медицинский университет и даже в нашем университете, знаете? У нас изначально спрашивают, трудно ли учиться на медика? А потом отвечаешь, трудно только первые 7 лет, а потом уже втягиваешься, и как-то не так уж трудно. А как у нас обстоят с экзаменами, я вам скажу. Экзамены – это, конечно, диалог двух умных людей. А если один из них недостаточно умен, тогда второму точно гарантирована пересдача. Я говорю, полностью согласен. Достар, ал қазір бәріміз ойымызды шынтасақ, қалай қарайсыздар? Он кезекті ойына берсек. Да, Дастан, я полностью согласна с тобой. Давайте сейчас мы передадим управление нашим организаторам, которые придумали как раз-таки этот конкурс, эту игру. На сцену вызываем, приглашаем студентов второго курса Садухан Тимирлан. Жәнеде, Смайыл Мәрлен. Здравствуйте, дорогие первокурсники! Для начала хотелось бы вас поздравить. Как у вас настроение? Очень хорошо. Сейчас мы бы хотели с вами поиграть в игры, онлайн-игры. Кто знает, если Кахут. Для этого вам придется пройти по ссылке ВКонтакте. Зайдите на страницу sdfom.kazmu. ВК-га, барлықтарыңызда ВК болса, немесе Google-а Kahoot.it деп жазсаңыздар, сіздер шығады. Правила игры очень простые. Нам будет предложено 15 вопросов. Спасибо. Введите этот пин-код в вашем телефоне. 9-10-98-52. Кормил контакт голоса. Итак, первый вопрос. В какой стране придумали матрешку? Матрешка, она в хай езде ойлап тапты. Россия. Треугольник, Россия, Ром, Украина, квадрат, Белоруссия и круг, кудушок, не хочет. Итак, хотя здесь мы видим Бахатуру. Второй вопрос. Что такое плюмбум? Плюмбум дегенье. Первый ответ. Треугольник – это медь. Второй. Ромб – это цинк. Квадрат – это свинец. И круг – это серебро. Очень хорошо. Вас дома. Дегенье – у вас. Ромб – хорошо. Только хорошо. Корвас. Сколько спутников у Солнца? Ниже спутник пар. Треугольник 8, ром 7, кружок вообще нету и вода 9. Вот такие, где же он перевидит мне пол, мал без этого. Yeah, no!
актив водорода. Судим активных частей не было, да. Треугольник, полома, ром. Обезвоживание организма, круг, ничего, и квадрат отравления. Полома, любимых, если нет, ром, организм, и квадрат, кожа, ромб – это печень, круг – это легкие, и квадрат – это кишечник. Скорость – тире, другие группы, ромб, мауэр, скорость – кишечник. Треугольник 8, ромб 6, круг 10 и квадрат 4. Скорость 7, загибы 8, ромб 8, скорость 5. Директор Моина Москасана. Треугольник 24, ромб 15, круг 12 и квадрат 7. Ускорость шарматер, треугольник 12, ромб 11, квадрат 9. Треугольник 3, ромб 8, круг 7 и квадрат 4. Скорость 7, другие сидел, ромб 7, квадрат 1. Треугольник – это пешком, ромб – на самолете, круг – на машине и квадрат – это велосипед. Хорошо, я уже разрубил велосипед. Квадрат – велосипед. Какая планета находится ближе всего к Солнцу?
Круглый шар — планета. Треугольник — это Земля. Ром — Плутон. Круг — Меркурий. И квадрат — это Венера. То есть, короче, Меркурий, Ром — Плутон. То есть, хорошо, пан. Какой дом первым потушит полиция? И вы думаете? Треугольник. Это у нас бедный, ром, оба, круг, богатый и квадрат. И какой? И вы думаете, что треугольник, либо единица. Кайфу, это же полиция учреждена. Шпрош, идея, дугелик, байдека, ром, игерите, вы прош, ищите. Треугольник 4, ром 6, круг 3 и квадрат 5. Ты ж прошу, только другие тучил, ром, алтау, только прошу, пейте. Врача, сформулированная Гиппократа. Гиппократин дарвиге нас халтырган юзеда. Треугольник навреди, ром не ври, круг не навреди и квадрат не откажи. Ишпорыш сиян гетерне, дюнгелик сиян. Ишпорыш сиян гетер, дюнгелик сиян гетерне, ром уйдер гайтпа, дюнгелик пол гайтарма. Первое место для нас. Ребят, послушайте меня, пожалуйста. Сейчас я бы хотела сказать то, что мы игру проводили не просто так. Значит, у нас есть призы. Призы у нас такие. Даем вам сертификаты, вам сейчас их вручат. Скажем, кто на первом месте, второе, третье место. И тут, по-моему, пять, да? Да, пять людей. То есть, получается, три место призовые. Это будут сертификаты, там будут деньги, на сколько денег дается этот сертификат. Вы должны будете подойти в деканат, в 105-й кабинет, проставить там печать или подойти к нашим организаторам. Сейчас мы объявим победителя. Для этого я на сцену приглашаю Колбаева Берика. Действуют в течение месяца, то есть 11.05.11.18, то есть с этим не затягиваем. Дальше они будут не годные. Бірінші курсы, ребята. Сіздерге ойын ұнады ма? Да! Жақсы, келесі көрсін. Біздің асханамызға барып, көрсетілген бағада өздеріңізге керек нәрсені ала аласыздар. Бірінші орын сертификат 4000 теңгеге студентке Қазақ ұлттық медицина университетінің асханасынан осы қаржы көлемінде ас алуына болады. Камила!
everybody, hands up. Hands up, everybody. Поздравляю вас, это победитель наш особенный подарок для вас. Инесса, Банда Чан. Шалқатап берекеде ән салайық, өнерпазы өрендерге тамсанайық. Аңыз бен ертегіне бізге жеткен керемет ән шашуды қарсалайық. Дорогие друзья, на сцене выступает студентка второго курса Маратова Лаура с песней «Сен». Встречайте! Қарсаңызда, достар!
овацию специально для вас. Группа Boom Boom Club. Еще раз аплодисменты. Атақты сатирик Сейіткен Жахметұлының күле білу өмір, күлкі болу өлім, күлдіре білу өнер деген болатын. Ертеше сіздерге күлкі сыйлау үшін келген қазақ ұлттық медицина университетінің КВН командасы, жайдарлы жандар, қатысыңыздар. Енді ән айтып жатпадығы, да? Біз енді шеберлігімізді дәлелдеп, енді залда любой біз адаммен ойнайсыламыз бар ма? Бір күрті алысын ба? Алсыш, любой жаман үшін. Анау әдемі. Қосын көтерішкені, ойнақсы келеттер қолысын. Ана бойынсын, аранжвей отыр ғой, да? Со кеш, е, аранжвейдағы, костюмдағы. Сен кеш бізге ойнайсын командаға. Мұса, сен біздің команда ойнауға қалай қарайсың? Жақсы. Ой, қарайсың, бірінші көрістен дұрса, бірден әрінгіл қойсың ол. Патерия ол, да? Андай, ой, көздерім, өзірі! Азиздар әне екен білмейді, жаңа. Мұғалімде. Сосын, анандай, да? Сен де стеклешкін қайдеген тапайшысын дейм, а? Стеклеш, сосын апельсинді жартсағат кісені кіске тұрым, Нандай бар еді ғой, нандай бар еді ғой, сауықты отырасында, сауықты деді ғой, сосын үшінші үшін балалар келеді, ана түсін қазанш, тіпті артқа қарай деп бейді. Жоқ, 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 онда болған жоқ. А, ол агранты деген ғой. Бәрсіз. Жалпы, бәрі бірінші көрсіздер, біз командаға қалай ойлайсыздар, кім бірінші көрсіздер? Кім? О, Ақжоқ! Ашық беттім, қарым ашық беттім. Жында қалай ажат сенің, ей? Қалай ажат сен қалым? Шыра? Қалу болмай ол? 5 жыл бакалавр ғойыз? Тағы да 200 литрін ол жүрсін? 3 жылда практика? Қиын еткен ойымыз ғой! Осы айбек жыл. Мен осы асфендердің бар ба, индустарды мүлден түсінбейін бар ба? Индустарды ма? Е. Е, қалай түсінбейсін олар? Ә? Олар дейтін, ағылшын сөйлейді ол! Кәә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 ә
Салмақты осы кішкен. Эй, салмақты. Эй, жәңіп, жәңіп. Күшсінің. Эй, секірме. Жындыма? Қандай әзілің бір? Бірігі мені күшті бір, актуалды. Кәл, мұқты бір әзілі. Көрсетесің ба? Кәл, жәңіп, не болып қалды ғой, байзақ, екі бат болып қалды ғой. Бірақ мені неме сразу айтайын? Әкесі таптым мен. Хош, әкпілдесің мен? Әкпілдесің мен? Сауна, әкпілдесің мен? Видео қатыстырым мен? Видео қатыстырым ол әдемейді? Бұл кім мен мен әкесі? Мұнау, эксклюзив не болады? Айтпа, мен... Байзак мәдетті, байзак мәдетті, байзак мәдетті, бірті құрсын қызларын айтайсен кәдетті. Жүрегім ғашық болып үлгерме атыр ғожан қарапшы. Ей, біздің универдің қыздары. Құна ғой. Құна. Үй, істік көйттің? Ей, жана, мен өткен самсасын деймін, қолында қалды. Бастарын қалғырсындар, қыз десе өледі қазір. Бүгін қандай берілмеген біздер ма? Ұстаздардың мейрамы. Шапала ұрық қой. Да, шапала. Да, бүгін беріп отыр. Біздің бұған бір красавица бұ, да? Түрлерім модель, модель. Нұреке, нәрсе, соңа ашыға жақын басын ғой. Е, жет жапта, рубежка, сессегілі. Құрметті көрермендер, онда шоу көруге дайын болайын. Олай болса, кеттіңіз.
анатомия сабақта болған жағдай. Так, балалар, бүгін жазандыр, бірінші сабақ бұл жылы өттер. Бұл жылы өттер. Эй, жай, кешіңізді жүрі, МБ, МОЛ, атамырды вообще жоқ. Кешіңізді. Күтілі, кешіңізді кезбейін мен. Бұрда, бұл жылы. Эй, жылды, басын істейма? Не бол, бәріміз әші, бәріміз көрейін. Ағай, ана, 36 жүрет ашықшы. 12, 22 жүрет ашықтайын ақшы. Адам бойындағы қасиет, сонымен көреміз, бір-бірін көре алмайтын мұғалімдер. Айгүл әлі, әлі силамызды отырмасын ба? Әлі бітті ма? Ишің ашысыны кетті тұрадыр ма? Алдында рейтер шықсын ба? Алғастырамыз достар, тойыл қазақтың қазынасы сонымен тойда болған жағдай. Ал мынау ең жақсы құрметте барлық тобаға шығып билейміз. Жастар көңілдірек. 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 Қареуіз бұра. Арманым өзің менен бақтауында қару. Бағастырамыз достар, кез келген университетті өзінің КДМ өкілдері болады. Сондай КДМ өкілдері мұна сіздер студенттердің көзімен. Алу, мазаламандаш дейін. Ректордың кабинетін шық келеді бұқтындырмы? Суши пицца жейіп. Дәл осы жағдай шын мәнісінде. Етап жатсығатқа Барлықтарымыз KFC-ді білеміз бе? Жақсы көреміз бе? Олай болса, KFC жайлы бір әзіл болсын, KFC-ге бара жатқан анасы мен баласы. Жүршіп дейм! Жүр дейм! Жүр дейм! Жүр дейсі қыдырып, күштемес бе? Дәл осындай жағда KFC-ден қайтқан кезде. Жүр дейм! Ақша көрмейдейм! Қалайық дейм! Жүршіп дейм!